Мужик, ты жив? Что-то ты не жив, по-моему. Здесь слишком тепло. Да что ты мне рассказываешь? Его глаза закрыты, он ранен. Мне срочно нужны медикаменты. У тебя трава есть. Это список заключенных в конце мое имя. Вот это вот, короче. HKD4496 Клэр Редфилд. Имя сопровождающего в конце документа. Umbrella Medical Париж. Начальник третьего отдела. Родриго Хуан Равал. Родриго, вставай! Не умирай, у меня на руках. А тут все еще сохранить с помощью лент? Да. Все еще да. В четвертом резиденте уже нет. Эх, ну ладно, пойдем плавить. Здесь, конечно, на сохранение не хватает. Представляешь, вот ты прошел весь этот путь, отстрелялся от зомби, от собак, ты приходишь сюда, у тебя нет сохранения, и ты не можешь ленты с собой вынести. Это так странно. Есть только немного. Ты мог, конечно, не использовать сохранение, когда только-только вышел. Потому что это начало игры, черт возьми. Так, если подумать, да? Так что, твоя вина. Если так, опять же, пора скинуть мозгами. Здесь ничего в гробиках нет все-таки. Вопрос, кстати, почему, если это Т-вирус, да? Почему просто мертвые повылезали, мертвые заключенные? Похороненный хрен знает когда. Мы чего-то не знаем об этом месте. Так, сейчас вот здесь вот морда будет неприятная. Ладно. А, он... Ага, хорошо. Так, мы здесь, в принципе, просто пробегаем туда. И просто потерашки. Пробегаем к собакам, грубо говоря, потом через дырочку. И туда. Делать дело. Так, закройте мне, пожалуйста. Спасибо. Как вот так вот это вот теперь? Машинки, ребятки. Подстава, кстати, конечно, если бы я первый раз исследовала кухню нормально, то нам бы не пришлось второй раз туда возвращаться, соответственно, мы бы не наткнулись на спаунящихся козлов. Ну ладно. Да зайди ты, господи. Да эти, они же вылезут, когда мы обратно пойдем, да? Ну это... Пожалуйста, положите все металлические предметы в ящик. Пожалуйста, идите в жопу. Огнетушитель считается. Конечно, конечно же считается. Да в смысле? Ты же говорила, что... А, мир, зажигалка же. Забыла, сорян. Блин, ну уж зажигалку. Видимо, в каком-то моменте зажигалка пригодится, поэтому она тоже считается как бы недопустимым предметом. На этом пути или на обратном? На этом... Ну, стопудово на обратном. Я даже вижу, из каких окон, которые трясутся. Ленту можно взять сохраниться, но я думаю, после того, как мы сделаем. Империал, я видела твое сообщение. Так, спрей, кстати, надо не забыть еще по пути.
Установить объект. А! Подожди. Здесь спрей можно дублировать? В смысле? А, мне... Подожди. Мне сюда надо положить, чтобы здесь он сделал... То есть мне нужен образец, очевидно, да? Ну а где я тебе найду образец? Требуются данные, да. Мне надо найти что-то, что похоже на щит. Теоретически. Нет, подожди. Я сейчас эмблему орлаж сделаю. Вот что я сделаю. Я сделаю немножко в другом порядке. Я сделаю эмблему орла, пронесу ее. Открою мега-дверь, и, видимо, где-то там уже получу эмблему щита. Гениальное все просто. Не, ну было бы странно, если бы можно было сделать спрей, что за новые технологии. Сразу там и биокомпоненты бы продублировались, да? Ага, сейчас, 10 раз. О, боже мой. Красота-то какая. Дублирование здрашено. Пожалуйста, возьмите эмблемку. Взять, да, спасибо. Спрей забираем, мало ли. Или оставим. Вдруг он нам пригодится, когда мы сюда еще раз наверняка какой-нибудь попадем. А вдруг мы сюда уже не попадем? А с другой стороны, а тогда зачем нужно будет отодвигать ящик? Наверняка что-нибудь еще дублировать будем. А вдруг реально понадобится спрей здесь, потому что ящик... Подожди, дай договорить-то. Ящик-то мы вот тут вот откроем, отодвинем вот, вот там, правильно? Внизу, я имею в виду, внизу справа. Бери спрей. Да хочется, конечно, а с другой стороны... Наверняка мы сейчас придем в новую локацию, там будет своя трава какая-нибудь. Черт, кто знает, слушай. Надо сейчас этих уродцев здесь дождаться, наверное. Чтобы они сюда припёхали. Сейчас вот так вот красиво встать. Вообще, кстати, да, 3D-сканер, принтер, когда это, 98-й год. Вон на выдумывали-то, да? Ну вы идете, нет? Ментос, привет. Добро пожаловать. Если есть место, бери. Думаешь? Мы просто, очевидно, сюда еще вернемся. Блин, все равно придется наткнуться на одного из них. На тебя! Или даже не на одного, слушай. Ладно, обнимашки. Я знаю, это тупо, их можно было всех подождать. Ну ладно уж, хрен с ним. Заберите вещи с радостью. Возьми вещи. Огнетушитель. Я надеюсь, мы когда-нибудь там в ближайшем времени найдем все-таки ящик, куда я все это дело положу. Потому что иначе это как-то грустно получается. Зарезать их сейчас или не надо? Наверное, не надо. Еще успеется. Все, уходим. Плохие звуки.
Это просто меня пугает этими звуками, или они реально сейчас куда-нибудь выползут? Так, вот тут надо аккуратнее. Блин, я не сохранилась в подвале. Здесь что-то горит? Оно раньше горело? Я не помню, что-то не обращала внимания. Так. Ну, в принципе, да. Да, по-моему, горело. Ребята, я своя. Я тут проездом. Я вас поздравляю. Prison. Офигенно. Эти двери полностью уничтожены. Ну так ломай их, врывайся. Машина сейчас помешает пройти. Нужно что-то, чтобы ее столкнуть. И сейчас мы... Ой, короче, сейчас что-нибудь как обычно. Может и нет, может и не надо будет толкать, потому что она будет препятствием таким вечным. Так, берем траву, две травы. Ой, видите, зачем спрей брать, когда вот трава, а туда мы еще, очевидно, вернемся. Взять обе травы или не надо? Ладно, пускай пока так. Я надеюсь, сейчас ничего не случится, когда я подойду к этим сраным патронам. Да не надо проходить здесь, патроны возьми. Возьми патроны. Спасибо. Слушай, интересно, кстати, вот там у нас рядом с кухней сгорело же здание. Я могла бы его потушить огнетушителем? Чего я его с собой таскаю? Он же наверняка где-то пригодится. Ты умеешь двигать эти? Умеет. Ага, я понял. Я понял, сейчас все будет. Сейчас, подожди. Подожди. Ау. Как-то отодвинуть немножко от этого края можно? Или не... Просто я не думаю, что она по диагонали пройдет. Что-то у меня очень сильные сомнения на этот счет. А огнетушителем она вряд ли это потушит. Может, у него еще ограниченное количество этих самых... Использование или что-нибудь такое. Ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Сейчас перезайдем в локацию. А хотя, если я сейчас его направо подвину, этот ящик, то прокатит. Так. Брать траву или не брать? Не, давай все-таки возьмем. Потому что лечиться уже скоро, еще тёкнут один раз, и все, уже пора будет. Хотя, конечно, жалко, что не миксуем мы сейчас особо это дело. Пропадает добро. Так, тут не пройти же, да? Угу. Да господи, Клар. Потушит? Серьезно? А там что-нибудь будет? Подожди тогда. Либри, серьезно? Она потушит здание, которое горит рядом с кухней? Может, оттуда что-нибудь вывалится? Вот если я сейчас туда схожу, и там ничего не окажется, Либри, я буду знать, кого видеть. Здания нет. Чего ты мне мозг-то пудришь-то, ну? Я ж про здание спрашиваю. Здание потушит. Клэр Дебельону в жены. Я вот о том же, черт возьми. Он эту аду ждет, уже скоро, блин, состарится, понимаешь?
Клэр, идеальная партия для него. Так, дверь справа и какие-то странные штуки слева. Пройду ли я справа? Дверь-то как бы желтая, не красная. Вообще, конечно, хотелось бы посмотреть, что там еще валяется в этой локации. Ида! О боже. Я слышу тебя. Подожди. Знаешь, сранчик. Собачка. И даже не одна. Плохая была идея. Шашлыки. Это тайминг, детка. Ну это тоже, да. Да падай ты уже, сдохни. Ты какая жуть это. Да ладно, ну. Обидно. Да ладно! Ну все, она меня мстит. Ну ладно. Сколько? Выбор сложности, кстати, в начале игры не было. Просто новая игра и все. На нижнем этаже лифт не работает. Ну, значит, скоро заработает. Либо мы его починим. Ну, мы его починим. Ой, я не ожидал, что здесь откроется. Мы его починим, и он заработает. Как красиво. Можно я выйду обратно? Спасибо. Ой, я надеюсь, от этого действия не заспаунится кто-нибудь в этом холле. Обидно будет. Ты ж срань, ты ж газ... Ты где ты раньше-то была, падаль? Лежать! Лежать, я сказала, блин! Лежать! Лежать! Борщик, усёля! Сорян. Я что-то увлеклась. Закрыто, хорошо. Они, видимо, думали, что я когда-нибудь из той двери выйду, и хоба, собака, понимаешь? А вот хрен, я первая. Стрелы для арбалета. Здесь где-то ада ходит. Подозрительно. Так, ладно. Вот она, кстати, из-за того, что меня куснула, у меня ранение. Ну, кто же знал, что она там есть? Ее не слышно, не видно вообще ничего. Так, карты этого помещения у меня нет, но скоро будет, я чувствую. Так, подожди, а что это там за... А, это желтая дверь, из которой я пришла. Короче, надо запомнить, что желтые двери, они открытые, но переносят другую локацию полностью. А зелененькая, она вот, вот когда-нибудь... Она, в принципе, открыта, но закрыта с другой стороны. Можно было, кстати, было бы написать, что она закрыта, потому что она по факту закрыта. Они меня этим путают. Это нечестно. Так, ну ладно. Ну, давай по нарастающей, ладно. Там же стрелочка есть. Ну, в том-то и дело, что она есть, но, по сути, я там пройти не могу. Потому что там закрыто с другой стороны. Я и говорю, они меня путают.
Сколько их тут и где они стоят? Я, по-моему, только что убрала, кстати, оружие. Тюкнуть тебя ножом, пока ты лежишь, или не надо? Че, думал, самый умный, что ли? Ишь, че удумал-то, тварь? Ну, лежать. Лежать, я сказала. Молодец. Продолжить ли нашу прекрасную эпопею? Или нет? Слушай, мне теперь интересно. Мужчина? Дяденько. Здравствуйте. Ой, живучий дядя. Машина? Да ладно, попала же. Назад, 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 назад. Умирай быстрее, быстрее. Ну, как будто бы умер. Все, вижу кровь. Мне нравится, слышишь? Здрасте. Я пришла, чтобы вас всех убить тут. А вы не ждали, да? Нравится, нравится, не могу. Походу умер, молодец, умничка. Чё там лежит-то? Опять стрелы, подозрительно. Она закрыта на простой замок. Кто она? Бутылка? Или это контейнер? Здесь такой беспорядок, ничего интересного. Кроме пачки трупов. Так, а почему такой акцент? А вот почему. Что это? Трава, твою мать. Применить давай, ладно. А еще травы там нет? Царапина, ладно, пойдет. Что-то не нравится мне это помещение. Сейчас не будет здесь арбалет. Где ящик, в который можно положить добро? Склад. Они закрыты, чтобы открыть замок. Мне нужен специальный ключ. Ладно, допустим. Ой, они же потом отреспаунятся тут, да, мрази такие. В ящичках ты не хочешь поискать специальный ключ? Я, конечно, понимаю, что это вряд ли, но вдруг... Так, ладно, что тут еще есть? Сейчас тюк... Ну-ка, открой кнопочку. Здесь ничего? Че? Ксерокс. Можно использовать как принтер. Допустим, что это такое? На мониторе показана схема этого здания. Я могу ее распечатать. Давай. Мычки у Клэра нет, к сожалению. Да господи. Так. Нехило. Гулять тут можно. Там, естественно, закрыто все. Так, ну вроде тут все, да? Документы, ничего интересного. Надо запомнить, что здесь ящик вот этот. Вот это вот на столе, это стрелы. Надо забыть. Стрелы, короче, в комплексе в офисе и стрелы перед офисом. Перед комплексом всего. Телефон-то не звонякает. И здесь тоже стрела в телефоне. Хорошо, вот это, кстати, трава красная лежит, я ее не заметила сперва. А пихать-то ее и некуда. Можно, конечно, вылечиться сейчас зелененькой. Меня напрягает пустой огнетушитель. Че я его с собой таскаю? Он еще и, кстати, да, и пустой, так-то на секунду. Сожрать траву и закомбинить или не трогать пока что?
скинь огнетушитель. Я с радостью, но я, мне некуда, мне ящик для этого нужен, понимаешь? Можно, конечно, вернуться туда, к зомбарылам, и положить туда, но это далеко. Устройство серебристый. Угу. Серебристый закрыт электронным замком. Здесь вообще ящики будут в этой игре? Классические? Или только те, которые там, где... Увеличивайся и скомбинируй травы. Я думаю, но я пока не уверена. У меня сейчас нет, кстати, пустого места. Это плохо. Вообще, кстати, странно, что мне не предложили выкинуть огнетушитель. Ну ладно, я, конечно, сама виновата, что я его не выкинула в те ящики. Сейвром здесь есть. Ну вот дойдем до него. Там и скинем. Следующий. С инвентаря, к сожалению, нельзя выкинуть. Это тупо. Ну что поделать. Так, что-то наверху? Что наверху? Бутылка. Не знаю, нужна ли она когда-нибудь будет. Мужички, где вы есть? Ой, эти сраные офисы с этими сраными ящиками. Так, я вижу одного кандидата на выдачу. Давай. Та-та-та-ра, слышь? Вот это наглость. Это вообще что такое-то, слышь? Дяденька, вы что, охамели, что ли? Вот это наглость, вам не занимать. Вы что, попутали, что ли? Ну-ка, как дам в голову сейчас. Паскуда. Блин, эти узкие пространства. Нормально. Он был последний. Нет, не последний. Сейчас еще кто-то. О, это будет очень долгое прохождение, если мы будем всех ножами резать. Зато экономия! Как она есть, блин. Так, как-то вот так вот встать, чтобы вот тут. Словно Стивен Сигал, который был поволом в захвате. Да. Ой, их там двое. А ты ж срак, видите, иногда издалека тяпает. Это вообще беспредел. Сейчас подрежу что-нибудь вам. Не подходи. Не подходи, мразь, паскуда. Нет, слушай, здесь опасно. Ай, все. Нет, против двоих, конечно, это не сильно хорошая идея. Сколько? Ладно, терпится. Еще. А куда ты быстро так идешь-то, слышь? Дерзкий-то. Чё ты такая дерзкая-то? Так, умер? Умер, кажись. Так, последний красавчик. Не! Беги. Не вставай, мужик. Не, подожди. Гадина, вот как они это делают, а? Иногда нормально, иногда... Чё ты, блин, сват, что ли? Чё-то такой крепкий. Так, ну сейчас уже очень больно, да? При смерти. Блин, жалко, нельзя закомбинить. Слушай, а если я попробую поднять красную траву, она может быть как-то автоматом закомбинится? Вряд ли, конечно. Ой, когда они ковыляют, они теперь так быстро это делают. Чё это такое? Ящичек открыт, смотри. А, и опять стрелы. Слушай, как много стрел. Никакого автомата, очень жалко. То есть автоматически принять можно, а автоматически смешать нельзя. Что за хрень такая? Тут что? И тут стрелы. Здесь точно ада вонка прошла, слушай. Ой, таракашки. Так, дверца ведет в очень большое помещение, которое мне вообще не нравится. Ладно, пойдем закомбиним траву. Я надеюсь, никто в холле не отреспаунился. Блин, так ковыляет забавно.
Очень интересно. А куда ты вечно смотришь? Объясни мне. Как-то очень ты это странно делаешь. Как всегда, все начали над каждым потраченным патроном плачешь, а потом весь сундук у них. Лучше перебдеть. Эй, срань. Тем более здесь, видишь, монстр-то теперь респаунится, никогда не знаешь. Да, пригодится. Блин, этот сраный огнетушитель, это просто пипец, конечно. Эпик фейл. Ну и да, дождется, пока игра кончится. Ну и чё? Ну и что? Вообще, конечно, вот здесь вот на этих двух последних стоило бы, конечно, пистолетом воспользоваться, потому что я в итоге лечилку потратила просто так. Ну, то есть... Можно уж было пострелять чуть-чуть. Ничего страшного. С третьего раза она сделала это. Ой-яй-яй-яй! Я случайно. Сорян, сорян, сорян. Вот так вот сделаем, ладно? Я случайно нажала. Я вообще тем детектором для ящиков... Как ящиком пользовался. Вот, блин, вот надо было вот так. Я просто не обратила внимания, что огнетушитель пустой. До этого. Понимаешь, в чем проблема? Стример, читер. Не, ну я на всякий случай сохраняю, потому что сейчас этих нет, а вдруг что случится? Уж лучше перебдеть. Здесь тоже, по-моему, стрелы были. Угу. Ой. А что это за пистолет, реально? Пистолет. М93P. Итальянский пистолет с пулями. Угу, какими-то. 9-миллиметровый. Ну, это понятно, конечно. Так, он у меня в руках же, да? Угу. Банька, что ли? Ну ладно, давай хоть постреляем в какой-то веке. Как мне это нравится, господи. Так, сейчас. Справа еще не будет, да, в этом туалете или что это такое? А-да-да-да-да-да. Нет, здесь никого нет. А что тут есть? Сауна. Внутри стоит горячий воздух. А еще что стоит? Ничего не стоит больше. Машинки, голые машинки. Машинки. Дотянусь ли я? Вряд ли. Нет, на лестнице неудобно будет его ковырять, потому что... Потому что, во-первых, я не спущусь так. А он вряд ли начнет падать, как в Silent Hill 4. Он вообще не поднимется, потому что это не... А хотя... Не, он умеет. Это неудобно будет. Дяденька. Голые мужчинки. О, боже, какой мужчина! Уйдите от меня, я передумала. Мне не нравитесь, беги. Я хочу от тебя крови на полу. Зараза. Прикольно, что они, кстати, интерактивно очень умирают. То есть, если есть какая-то преграда, они спиной падают и сползают по стене. Прям круто.
не просто там падают и половина тела в стену уходит, а прям... Прям вот так вот. Супер. Наверное, тот момент, когда игра вышла, это очень круто смотрелось. Новое видео не... Так, мне не нравится вот эта вот зона. Ну, это, наверное, на тот случай, если бы я решила его оббежать, да? Поступить по-умному. А что такое там справа? У-у-а! Закрутить не надо пока что. А, если я нажму, мне шандарахнет током, скорее всего. Странная система у вас тут, ребята. Либо этот, статуя льва должна будет отодвинуться, но она не отодвинется, пока вода или что-нибудь такое. Там что-то блестючкает. Ключ-бирка. Место не алё. Подожди, пускай полежит пока. Что это за кнопочка? Регулирует напор воды. Он поломан. Хм, сейчас у меня есть мысль. Здесь, кстати, как будто тоже что-то есть, но нет. Так, куда ты там смотришь? Ну-ка еще раз. Нет? Значит, потом пригодится, все понятно. Небось, кому-нибудь в рожу нужно будет пустить, нажать кнопку, и там пфф, прямо он улетит или что-нибудь такое. Куда ты смотришь, ты меня напрягаешь? Кстати, а в сауне нельзя будет потом кого-нибудь запереть и зажарить? От теплового удара подохнут. Да, ребят, всем тем, кто подошел на стрим, всем привет, добро пожаловать. Это слепое прохождение, если чё. Так что без подсказок раньше времени, пожалуйста. Дайте стримеру возможность подумать самостоятельно. И порадоваться тому, что он догадался. Как... Я знаю, что здесь ящики открыты, в которых лежат стрелы, но нафиг они мне пока что не нужны. Хотя, конечно, их можно было бы в один слот собирать, а потом положить в ящик, а потом взять арбалет и вот, чтобы потом вот не бегать. Но, к сожалению, пока что мы не знаем, где сейв-рум. Возможно, кстати, когда я узнаю, я пробегусь, прям не поленюсь. А три спауни, конечно, 20 тысяч врагов, скорее всего. Но сделаю. Интересно, этот ключ как-то может поучаствовать в этом хрен тут, да? Пойдем на второй этаж тогда, чё? Где мой сейв-рум, мрази? Так, а что это такое-то? Ой, мне не нравится то, что эту дверь когда-то можно будет, очевидно, запирать, потому что, видите, вот здесь вот эта вот металлическая хрень. Либо меня здесь запрут, когда я вот так вот выйду, а тут хоба и 20 тысяч врагов, и я такая... Нажать ты не хочешь сюда, да? Нет. Не стоит пока применять, но как будто бы можно, да? Так, ладно, сейчас сделаем по-другому. Бирку на ключе, посмотри. Вот я как раз хочу. Ключ-бирка. Маленький ключ с надписью «Склад». Чтоб я помнила вообще. Где у нас там был запертый склад? Это тюрьма. А, вот это что ли? Это склад? Кто-нибудь... Нет, стоп, там была эмблема щита, это не то. Ну, склад это потом, короче. Склад... Подожди, у нас был какой-то склад? Вроде бы, не? И там это лифт, большие двери. Попробуй шкаф, запертый в комнатке. Но он не похож на склад, он похож на комод. Ну ладно. Если, говорят, попробуй, скорее всего, это он и есть. Если кто не воскрес.
Ну вообще, вот посмотри на этот шкаф. И вот посмотри на этот ключ. Вообще они между собой как-то что-то даже параллели не пройдут. А они и не проходят. Нет. Просто. Ну потому что, блин, не подходит. Посмотри на ключ и посмотри, этот долбанный сраный комод. Какой склад. Единственное, вот эта вот штука вот подходит больше. Если про это речь не шла. А, вот это открывается. Хотя, кстати, здесь по этим самым... по... Господи. Короче, видно по замку, что ключ здесь как будто бы другой. Чё это? Порох для арбалета. Ну охренеть. Вот что бы я без него делала? Порох для арбалета. Для взрывных стрел, что ли? Я потом... О, господи. Так, ну ладно. Здесь, я чувствую, мы очень будем много стрелять. Главное найти арбалет. И потом собрать 20 тысяч. Потому что стрел здесь что-то дофига. Очень-очень много. Можешь не брать зато слуцов. Ну, очевидно, что я могу не брать. И зачем не брать, если у меня нет даже оружия. И нет ящика, куда я могу положить. Я бы, правда, вот сейчас найдем ящик, я пробегусь по этому зданию. Еще наружу выйду. Там еще были стрелы. Все вот это соберу, положу и все. И буду ждать арбалета. Потому что очень что-то боезапаса для него много подозрительно. Что так страшно-то? Кто-то лучок жарит. Пахнет приятно. Так, ну я знаю, что здесь закрыто, но давай потыкаемся все-таки. На двери нет ручки, нельзя открыть. Даже ручки нет, хорошо. Ах. Сейчас Стива найдем, небось, да? Давно его не было. Че это? Различные принадлежности, ничего интересного. Там темно, ничего не видно. Клетки мне не нравятся. Арбалет? Арбалет. Нашли. Файл. Заметки о коде доступа. Аварийную дверь в камере биологических экспериментов можно открыть путем введения кода из 4 цифр. Надеюсь, вы его уже не забыли. Где-то... Так, подожди, что? Аварийная дверь в камере биологических экспериментов можно открыть. Так, надеюсь, только что получил от системного администратора указание по периодической смене данного кода доступа. Меня беспокоит... Меня беспокоит то, что вы часто теряете важные записи, коды и даже химикаты, черт возьми. Для решения данной проблемы я предлагаю следующее. Вы знаете фото красного скелета человека в задней части камеры экспериментов? Какой прекрасный перевод. Чё-то флешбеки скорбь спать и попёрли. Помните, красный человек? Я решил использовать в качестве кода доступа номер, написанный на нем. Если вы потеряете эту записку, посмотрите на фото. Но я не думаю, что вам понадобится аварийный код доступа. Но я все-таки вас предупреждаю, не забывайте мистер Растява. Ты сохранил записка. Код. Хорошо, ладно. Следы крови. Здесь проводили опыты над животным. Сейчас какая-нибудь собака выскочит. Это вот, да, будет открываться потом. Внимание, активация дверной системы, эксперимент, камера. Воздух заражен, нельзя вести код доступа. Внимание, активация. Все понятно. Так, и чё? Так, ладно. Где мой сейв-рум? Сколько мы уже людей заковыряли? Безобразие. Так, ну... Что мы еще можем сделать? Давай смотреть. Там мы были.
Там лесенка в эту самую, мы взяли ключ, замечательно. Лифт закрыт, не работает, электричества нет. Зеленая дверь, она как бы открыта, как будто бы, но закрыта с другой стороны. Вот тут я, кстати, еще не бегала. Да, там лесенка как раз. Пойдем туда тогда. Неприятно. Что вот, видите? Оно как бы открыто, но оно закрыто. Нахрена писать на карте, что оно открыто тогда? Объясни мне. Идиотия. Так, надо сейчас очень аккуратно это сделать будет. Просто вот выйти и сразу направо. Выйти и сразу направо. Потому что вот мы вот так вот сейчас сюда пройдем и прямо наверху лесенка. Если она, конечно, открытая там какая-нибудь, я не уж не знаю. Я надеюсь, я здесь ничего не упустила, потому что будет иначе обидно. Немножко. Здрасте. До свидания. Ой, здравствуйте, и вам тоже. Так, секунду, подожди. Это что за перила такие? Где перила? Там обычно лестница еще вниз куда-нибудь. Жопу. Идите, сударь! До свидания. Ой, ушла как бог просто. Хорошо. Ой, кладбище какое-то. Мавзолей, блин. Ой. Почти угадала. Воспользоваться ли своим старым добрым способом? А чё бы нет? Иди сюда, мразь. Чё, подрежу тебе сухожилие. Не будешь ты больше бегать на своих ножках. Еще одна. Ай. Вот это не красиво было, слышь. Вообще. Вообще некрасиво. Лежать. Ты же умница моя. Слушай, красиво тут. Травка. Да, это ж сам. Беги, беги быстрее. Пока оно не встало. Добей. Добей животное. Ты же умница. Хорошо. Красота. Что-то звук. Это в игре? Это в игре, по-моему. Мне уж казалось, что-то не так. Что это блестючкает? Угу. Пускай лежит. Слышите этот звук? Это муха, что ли, башкой бьется об стекло или что это такое? Ой. А там что, подожди? Открыто. Ну тебя в жопу. Алексиус, привет, ребят, всем еще раз привет. Кто подошел? Здесь открыто, там, ну, наверное. Так, она меня сильно тяпнула. Ну да, в принципе, полечиться можно было бы. Еще смысл посетила в какой-то веке. Я думаю, вы догадываетесь, какая. Брать траву, не брать траву. Зайти в здание или пойти туда? Пойдем туда, пока сходим. Эмблема пускай пока что лежит. Ой, тут переход прям. Страшно что-то. Еще эти самые. Господи. Это что такое? Восьмиугольная дыра! А, ну, наверное, кстати, вот, который там лежит, ее сюда и вставить, потому что там корабль был какой-то нарисован. Мы куда-то поплывем, короче, на этой платформе, по всей видимости.
Но это не точно. Что это за нычка такая? Думали, я не найду, да? Сейчас. Здесь карту, да. Дворца. Пуля, пистолет, ну и давай. Еще что-нибудь? Сейв-рум, где? Вот просто сколько мы играем, да? Сколько раз нас уже могли убить? Где сраный сейв-рум? Ну, хотя мы сейчас играем, мы не умираем, да? У нас проблем нет. Но все равно так, да? А вот если вот кто-то вот... У кого-то вот не получается. Где сейв-рум? Игра, ты чё? Акстись. Ух ты ж, срань. И только одна комната открыта, да? Так, ну пойдем. Ладно, сейчас я кое-что попробую. Сейчас, я просто попробую. Получится? Отлично. Не получится? Нахрен. Тогда просто, чтобы не забивать инвентарь. Сейчас. Сейв-рум рядом. Я надеюсь. Но ты это говорила 20 минут назад, Либри. Еще когда мы в офис зашли. Что сейв-рум рядом. Особняки на втором этаже. Да, это очень близко. Очень прям близко, как никогда. Ну, открой инвентарь. Нет, да, я так и думала. Потому что она зелененькая, а здесь что-то другое. Ну и ладно тогда. Да что ж ты делаешь-то? Не-не-не. Все, это был тест, ничего не знаю. Ой, ну пойдем еще. Еще потом по стрелам пройтись. Ой, надо было, наверное, пистолет в руки взять. Страшно что-то, слышь, подожди. Здрасте. Что это там было? Я даже не успела понять, что там. Это какая-то тряпка. Тихо. Да, давай. Система безопасности активна. Хорошо. Вводите ID сотрудников. Открытие двери. Видите свой ID номер. А у меня нету ничего. Escape. Картина была. Мне показалось, что там что-то выпуклое на картине. Ничего хорошего. Хорошо. Ничего? Нет. Закрытый электронным замком. Картину изучить нельзя. Так, вот эта дверь, по-моему, открывается, кстати говоря. Здесь, кстати, смотрите, эмблема льва вот прям как вот там, где вода. Ага. Класс. Может, они не будут меня трогать? Конечно. Да это под... Да, в лицо-то не надо, лицо-то святое. Подходи по одному. Да я же нажимаю, слушай, заранее, ну что ты? Да это срань. Что, сожрут? Подожди, сожрут. Слушай, какие дерзкие. Как пули резкие. Автоприцел включен, но ты видишь? А, нет, подожди. Ну он как включен? Он вроде как бы она куда-то наводится сама, но как-то через задницу, если честно. Да куда ты? Клэр, 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 я тебя умоляю. Сейчас первая смерть, я чувствую, случится. Да ты, господи, как ты работаешь? Так, ясно, все. С ножом что-то не получилось. Давай попробуем по-культурному. О! Надо было сразу. Египетские сраки, надо было сразу так сделать. Ну кто? Я хотела сэкономить, ну видишь. Ну ладно, зато весело. Че это такое? Запомнили, короче. Летучих мышей ножом бить бесполезно. Я просто после четвертого резидента, понимаешь, я думала, получится как там. Так, хоба-хоба и хрен. Взять коробку. Подожди. Вдруг она не откроется. Чё тут? Ничего? Чё-то есть. Пистолеточки.
не стоит уж так экономить. Ну, слушай, я же говорю, я думала, сейчас они летят на меня курьбой, я их и жахну. Четвертый резидент мне мозг поломал. Я уж понадеялась. А они, видишь, какие хитрожопые. Они атакуют из-за зоны ножа. Это нечестно. Так, ладно, давай. Что я могу с тобой сделать? Я надеюсь, она откроется, боже. Потому что если она займет мне инвентарь... Коробка, кнопка на коробке. Можно открыть отмычкой. Это ж срань. Ну, конечно, заняла инвентарь. А ты раньше не могла как-то изучить вот это вот? Ну и что, мне теперь его с собой таскать? До ближайшей отмычки. Подстава. Ладно, сейчас попробуем до сейв-рума тогда добраться. Вроде там лестница же была на второй этаж. Все, сейчас туда сложим. Еще сейчас оббежим тогда за стрелами, сходим. Все вот это вот сделаем. Нахомячим, короче. Так, тут ничего нет. Так, вот вижу. Или эта комната моя священная? Спасибо тебе, Господь. Так, где моя ящичка? Где моя коробка? Вот она, святая моя. Все, живем. Все, убрать вообще не думать. Коробку сюда же. Автомат пока тоже не нужен. Все, живем. Я предлагаю, кстати говоря, сбегать сейчас за... Блин, какая музыка прекрасная. Сбегать за стрелами. И потом сохраниться, чтобы не сто раз. Гоперив. Так идите, ребят, кому надо. Мы сейчас за стрелами будем бегать. Ничего интересного. Записка секретаря. Я работаю у сэра Альфреда вот уже 4 года, но никому не доверяет. Даже хоть я его секретарь, мне строго-настрого воспрещено заходить в его дом. Хотя ладно, сейчас сделаем перерыв нормально. Мне строго-настрого запрещено заходить в его дом, но почему... Это его дом? Но почему говорят, что вместе с ним в доме на холме живет его сестра Алексия? А, все понятно. Я случайно увидел силуэт женщины, стоящей в окне дома. Может быть, это была Алексия, о красоте которой все только и говорят. Однажды я спросила об этом у Альфреда, но он рассердился. Хотя я являюсь его секретарем, он не делает мне никаких поблажек. Если я опять спрошу о ней, он может меня убить. Ведь никто так и не знает, почему он отчаянно пытается сохранить свою личность, личную жизнь в тайне. Роберт Дорсон. Дорсон? Ты сохранил записки. Записки сохранил. Хорошо. Давайте здесь тогда приостановимся и, в общем, за кадром, наверное, сбегаем за стрелами, чтобы не вот это вот. Короче, да.